Приветствую вас во второй части по вязанию фиксика нолика. Сейчас мы с вами будем вязать ножки и туловище. Сначала мы свяжем две ножки по отдельности, а затем плавненько их будем вывязывать в туловище. Берем ниточку самого темного цвета, который мы вязали, так сказать, волосы, и крючок, который побольше. Делаем цепочку из 11 воздушных петелек. Так, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая. Находим первую петельку воздушной цепочки, цепочки из воздушных петелек, и делаем соединительный столбик. Мы вводим крючок, я ее немножечко подзатянула, и соединительный столбик вот так вот протаскиваем через последнюю петелечку и первую. У нас получилось по кругу 10 воздушных петель. Мы в каждую из них провязываем по столбику без накида. Первая петелька, затем вторая, столбик второй, третья петелька, третий столбик, четвертая петелька, четвертый столбик, 9 и 10. Провязали по кругу 10 столбиков без накида и пришли к первому. Второй ряд мы тоже провязываем по столбику в каждую петельку. То есть это у нас получается по счету 11, 12, 13 петелечка. То есть по кругу мы вяжем высоту, так сказать, ножки. Ножка у нас будет состоять из 8 рядочков по 10 столбиков без накида. Можете продолжать здесь отсчитывать, то есть было у вас 10 столбиков в первом ряду, далее пошел 11, 12, 13, 14. И так продолжаете по кругу до 80 столбика без накида провязывать. Либо просто первый ряд, далее вот у вас второй ряд начался, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Это и будет наша высота одной ножки. А я буду продолжать. Это у меня 14 провязано, далее 15 столбик, 16, 17, 18, 79 и 80. Вот мы довязали одну ножку. Здесь ниточку можете закрепить, нижнюю, ту, которую набирали воздушную цепочку начала. И такую же точно ножку 80 столбиков без накида или, так сказать, из 8 рядочков 10 столбиков без накида в каждом рядочке, вам нужно провязать 2 вот таких вот столбика одинаковых. То есть сейчас отрезаем ниточку и точно так же вяжем второй столбик, вторую ножку. Мы довязали точно такую же вторую ножку. Вот она у нас получается с оторванной ниточкой и с рабочей ниточкой. Вторую ниточку на ножке, на второй связанной мы не отрезаем. Теперь берем, одеваем сначала крючок в петелечку последнюю провязанного столбика, там где ниточка коротенькая. А затем одеваем ту петелечку, у которой у нас рабочая ниточка, то есть как бы мы ей будем продолжать. Теперь берем, продеваем вот эту петелечку через обрезанную петелечку, то есть с обрезанной ниточкой вот так вот подтягиваем. Ниточку коротенькую мы оставляем, так сказать, на внешней стороне вязания и продолжаем, так сказать, вязать. Делаем одну воздушную петельку вот так вот и подтягиваем хорошо наши ниточки. Теперь нам нужно провязать подряд на второй ножке 4 столбика без накида, то есть в каждую петелечку по столбику. Первый столбик, далее второй столбик, далее третий столбик и четвертый столбик. Теперь делаем соединительный столбик. Вот так. И разворачиваем наше вязание внутренней стороной. Вот так вот. Развернули. Теперь снова делаем одну воздушную петельку. И провязываем подряд 10 столбиков без накида.
Первый столбик провязываем. Далее во второй столбик. Третий столбик. Четвертый. Пятый. Он у нас вот между, так скажем, между ножками. Немножечко не получается. Можете взять крючочек, который поменьше, если у вас здесь точно так же затянуто, как и у меня. Хотите, можете продолжайте этим же. Вот он пятый. Далее шестой. Далее седьмой. Восьмой. Девятый. И десятый столбик без накида. Теперь снова делаем соединительный столбик в следующую петелечку и разворачиваем наше вязание. Развернули, у нас получается лицевая сторона. Довязываем этот ряд до конца. То есть вот мы начинаем отсюда и заканчиваем точно так же. То есть вяжем по кругу столбиками без накида. Вот так вот. По кругу, то есть здесь мы провязываем, затем разворачиваем и по окружности левой ножки, и по окружности правой ножки вяжем. То есть вот здесь вот. Теперь мы продолжаем вот здесь провязывать столбиками без накида. То есть по кругу у нас должно получиться 23 провязанных столбика без накида. Вот я довязала до конца ряда, то есть мы вот начинали, так мы и закончили до конца вот здесь вот провязывать. То есть у нас получается сейчас по кругу 23 столбика без накида. Почему я вам сказала ниточку на внешнюю сторону? Если у вас здесь получилась небольшая дырочка, у меня в принципе довольно-таки не получилось, видно, я хорошо затягивала петельки. Если у вас здесь дырочка, просто ее вденьте ниточку здесь в иголочку, в этот отрезочек, и немножечко так тайными шовчиками, так сказать, подкорректируйте. Если у вас здесь все нормально, то просто ниточку на изнаночную сторону проденьте. То есть, если все же, я еще раз повторюсь, если все хорошо, то просто ее уберите на изнаночную сторону и закрепите с изнаночной стороны. А сейчас нам нужно будет провязать... Я вам советую, возьмите либо маркер, либо снова кусочек ниточки, как бы отметьте начало ряда, то есть вот от этой петелечки будете отсчитывать, у вас получится в ряду 23 столбика без накида, вам нужно провязать один ряд и второй ряд, то есть провязать 46 столбиков без накида от вот этой вот отметочки. То есть первый ряд до отметочки и второй ряд до отметочки провязываем столбиками без накида. А я буду провязывать столбики без накида, отсчитывать просто 46 столбиков. 1, 2, 3, 44, 45 и 46. Все, довязали до отметочки нашей. Теперь снова ставим ее в начало ряда и отсчитываем. Нам нужно провязать 4 столбика без накида и будем начинать делать убавочки. Один столбик, второй, третий, четвертый. Затем за передние стеночки 2 петелечки подхватываем. У нас на крючке 2 петелечки, и из них делаем одну. Теперь снова один столбик, второй, третий, четвертый. И снова делаем убавление. Либо два полустолбика делаете, из них, так сказать, делаете общую вершинку. Либо просто 2 полупетелечки за переднюю стеночку, 2 петли. И из двух вывязываете одну. И теперь снова один столбик, второй,
третий, четвертый. И снова 2 полупетелечки за переднюю стеночку. Из них провязываем столбик без накида. Вот так вот, скажем. И последний. Раз, столбик, столбик. Третий столбик. И четвертый столбик. И делаем убавление. Тоже 2 полупетелечки. Я немножечко затянула. Берем 2 полупетелечки и провязываем столбик без накида. И у нас в итоге по кругу провязалось 19 столбиков без накида. Либо 19, так сказать, петелечек по кругу. Теперь снова ставим маркер в начало ряда. И теперь мы будем снова делать убавление, но чередовать. Сначала провяжем 3 столбика без накида, затем убавление. 3 столбика без накида, затем делаем убавление. Итак, первый столбик, второй столбик, третий. Затем делаем убавление. 2 полупетелечки провязываем столбик без накида. Снова 1, 2, 3. Делаем убавление. 2 полупетелечки вот здесь вот захватываем за переднюю стеночку. Делаем убавление. И снова 1 столбик. Далее 2 столбик. 3 столбик. Убавление. 2 полупетелечки за переднюю стеночку провязываем вместе. Я вяжу тугенько, поэтому у меня не всегда так легко поднимаются петелечки. Вы как вяжете, там смотрите уже по своему вязанию. 1, 2 и 3. И убавочка. Это последняя наша убавочка. У нас получилось по кругу 15 столбиков, провязанных без накида. То есть с убавлениями 15 петелечек. Теперь нам нужно провязать 9 рядочков просто по 15 столбиков без накида в каждом ряду. Отмечаем начало ряда. И нам нужно провязать теперь 9 рядочков столбиками без накида. Если мы 9 рядочков умножим на 15 столбиков по кругу, у нас получается 135 столбиков без накида. Я так и буду, так сказать, с первого отсчитывать по 135 столбик. Вы как хотите, в принципе. Я начинаю, отметила начало, так сказать, начало первой петелечки. И дальше продолжаю провязывать столбики. То есть первый столбик, второй столбик до 135. Мне так, честно говоря, проще, потому что каждый ряд отмечать я могу, так сказать, ну, могу, в принципе, не отмечать, а сразу начинаю отсчитывать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Первый ряд наш столбиков провязанный. И дальше продолжаем. Вы хотите, отмечайте начало ряда, а я буду просто дальше считать. 16, 17, 18, 134 и 135. Теперь нам нужно где-то ровно посерединке в следующем ряду убавить 2 раза. То есть с одной стороны, вот сверните, как бы так сказать, вот две стороны, вот так вот напополам. И вот где-то вот здесь нам нужно убавить, и с этой стороны нужно сделать убавочку. То есть я вот довязала, у меня как раз ровно серединка. Я делаю здесь убавление тоже тайное за 2 передние. Вот эти стеночки, 2 полупетелечки, провязывая столбик без накида.
Теперь просто провязываю один столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый. Я провязала 5 столбиков, сейчас сворачиваю пополам. И, наверное, пожалуй, я сделаю после 5 столбиков сразу убавление. Вот здесь вот. Сделала убавление и довязываю до конца ряда. Довязываю до следующего убавления, то есть до конца этого ряда. Вот я довязала до конца, сделала 2 убавочки. Теперь этот ряд я провяжу просто столбиками без накида по кругу. То есть 15 минус 2 убавочки это 13. И вот считаю 1, 2 столбик, 3, 4, 12 и 13. И еще раз точно так же провяжу 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 12 и 13. Все, я провязала 2 ряда столбиками без накида. Сделаю соединительный столбик в следующую петелечку, так сказать, на начало ряда. И вытяну вот эту вот петелечку подлиннее, оставлю ниточку для пришивания. Вот такое небольшое тельце, так сказать, сравнительно с головой, оно вам покажется очень-очень маленьким. Но на самом деле оно так, в принципе, и должно быть. То есть, так как это болтик, так скажем, на русском языке, нолик наш, то у него получается тоненькая, так сказать, тельце и большая шляпка-голова. Поэтому мы так и сделаем его тоненьким тельце и большая голова. В общем, ниточку нашу оставляем для пришивания где-то сантиметров 25 и обрезаем. Туловище готово, и мы приступаем к ручкам. Ручки мы так же, как и ножки, вяжем темно-синим или темным голубым, в общем, какой у вас цвет. Итак, делаем цепочку из 9 воздушных петелек большим крючком и темным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем соединительный столбик в первую петелечку, замыкаем в колечко. Теперь у нас по кругу 8, так сказать, петелек. В каждую из 8 петелек мы с вами провяжем по столбику без накида. И начинаем. Первый столбик, второй, третий и 8. Теперь мы, как бы хотите, вы продолжаете считать, как я вот обычно, 8, 9, 10, в общем, и так далее. В общем, теперь нам нужно с первой вот этой вот петелечки продолжать еще провязывать 9 рядочков. То есть первый ряд мы с вами провязали по столбику, 8 столбиков без накида. Теперь второй ряд мы начинаем, 8 столбиков без накида. Третий, четвертый и так 10 рядочков. То есть мы первый с вами провязали, второй начинаем. Я сразу продолжаю вязать и считать. То есть у меня вот это получается 11 столбик. Далее 12 столбик. И я продолжаю считать до 80 столбиков. 13, 14, 15, 78, 79. И 80. Все, я довязала 10 рядочков по 8 столбиков. Теперь мы делаем 11 ряд. Делаем 2 соединительные петельки или 2 соединительных столбика. После них делаем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Не довязываем ряд до конца, разворачиваем внутренней стороной. Делаем
два столбика без накида, один, два, и соединительный столбик в третий. Вытягиваем петельку и обрезаем ниточку, оставляем для пришивания где-то сантиметров 15-20. То есть мы сделали как бы такой скосик. Вот смотрите, вот. Благодаря вот этому скосику как бы мы сделали, как вот рукавчик делается на кофточке. Вшивать будем как в проймочку рукавчик. Вот таким вот легким способом нужно сделать две детальки, вот такие вот рукавчика. Две детали ручек рукавчиков наши готовы. Вот эти ниточки можете начальные закрепить, так сказать, и обрезать, чтобы они вам не мешали. Теперь переходим к митеночкам, то есть к варежкам нашего фиксика. У меня они будут сереньким цветом. Если хотите, можете взять темно-синий, как по мультику. Но мне серенький, честно говоря, больше нравится, и он больше подходит к моей, так сказать, цветовой гамме ниточек. Итак, в общем, берем серенький цвет и крючок, который побольше. Делаем 12 воздушных петелек, набираем. Итак, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Первую петелечку вводим крючок, захватываем рабочую ниточку и пропускаем через все петельки. Теперь нам в каждую петельку нужно провязать по столбику без накида. И также продолжаем провязывать по столбику без накида 5 рядочков. То есть я сразу начинаю считать, получается 11 воздушных петелек мы провязываем по столбику, это 11 столбиков, 5 рядов, это 55 столбиков без накида. Вот я 55 столбиков начинаю сразу отсчитывать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 53, 54 и 55. Провязали 55 столбиков без накида или 5 рядочков по 11 столбиков без накида. Теперь делаем подряд 2 прибавки, то есть 2 столбика без накида в одну петлю один раз и 2 столбика без накида в одну петлю второй раз. Один и сюда же второй. Теперь провязываем 9 столбиков без накида. В каждую петелечку по столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали 9 столбик. Теперь пропускаем 2 петелечки. Вот 1 и 2. В третью петелечку вот так вот вводим крючок и провязываем 1 столбик без накида. Как бы вот мы пропустили, получается 2 столбика без накида предыдущего ряда или 2 петельки. У нас здесь остается дырочка. И еще нам нужно провязать 21 столбик без накида. Один столбик. Далее в следующую петелечку второй, в следующую третий. Далее четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Вот эти две петелечки, как вы видите, они у нас уже пустуют. Мы вяжем наши рядочки. Сверху 10, далее 11, 20 и 21 столбик. 22 столбик делаем соединительный столбик или соединительную петелечку. Вытягиваем. И ниточку обрезаем, но не слишком коротенькую. Оставьте сантиметров 10 на всякий случай, вдруг придется нам, так сказать, что-то закрепить. Итак, в общем, наша митеночка готова. Как вы видите, дырочку мы оставили
для пальчика. То есть вот здесь у нас будет расположен пальчик. Такие детальки вам нужно связать тоже две штучки. Две метеночки готовы, и мы приступаем к пальчикам. Все пальчики у нас будут вязаться по такой же схеме. То есть мы сейчас сделаем с вами вместе один пальчик. Таких пальчиков вам нужно будет сделать 10 штучек. Берем самый-самый тоненький крючок, который мы с вами приготовили, и самую тоненькую светлую ниточку. Ну, то есть светло-голубую, такая, как у вас личико, только тоненькую. Либо я вам покажу после этого варианта, второй вариант более упрощенный. Но, честно говоря, мне вот этот вариант с тонкой ниточкой гораздо больше нравится, чем вариант номер два. Итак, в общем, делаем кольцо амигуруми, но делаем его на пальчик. То есть не надо его слишком широким делать. Итак, закрепляем его и в колечко набираем 6 столбиков без накида. Один столбик, далее второй, далее третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем последнюю петельку и стягиваем хорошо наше колечко. Теперь нам нужно провязать каждую петелечку по столбику, то есть без различных прибавлений, без ничего, просто каждую петелечку по столбику без накида. Оно постепенно будет загинаться, так скажем, вам будет не совсем удобненько, поэтому сразу выворачивайте постепенно, так сказать, вперед. Ну, то есть у вас должно изгибаться выпуклость вверх, а не вовнутрь. Итак, в общем, провязываем в каждую петелечку по столбику 24 столбика без накида. Либо, так сказать, 6 рядочков, 4 рядочка по 6 столбиков без накида. Я сразу начинаю считать. Вот третий столбик я провязала в следующую петелечку. Четвертый. Далее в следующую петелечку. Пятый. В следующую. Шестой. И вот так вот постепенно каждую петельку по столбику. Самым тоненьким крючочком. 25 столбик. И 24 в следующую петелечку по очереди. Все, делаем 25 петелечку в соединительный столбик и вытягиваем ниточку. Ниточку можно обрезать, оставьте сантиметриков 10, так сказать, НЗ. И вот наш пальчик готов. Таких пальчиков нужно 10 штучек. Либо я вам обещала показать вариант номер два. Это толстым крючком и толстой пряжей. Берем ниточку светлого цвета, как личико, и толстый крючок. Делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И во вторую петельку от крючка делаем соединительный столбик. В третью петельку от крючка делаем соединительный столбик. Четвертую петельку от крючка делаем соединительный столбик. И в пятую петельку от крючка делаем соединительный столбик. Но, честно говоря, мне кажется, пальчики довольно-таки они крупные и какие-то небрежные, честно говоря. Поэтому мне вот эти пальчики как бы более гораздо красивее, они такие объемные. А эти пальчики, честно говоря, мне кажется, как вот ленивые, так сказать, пальчики. И если вы делаете с вот такими пальчиками, у нас в итоге получится вот такое вот чудо. Поэтому, честно говоря, я все-таки вам советую вот эти вот не полениться, так сказать, потратить больше немножечко времени и сделать вот такие вот пальчики. То есть делайте 10 вот таких пальчиков, либо вариант номер два, если вам кажется проще и легче соединительными столбиками. И приступаем с вами к ботиночкам. Вот они, букет из пальчиков наш готов, то есть 10 пальчиков. И сейчас нам понадобится ниточка белого цвета.
Белый цвет я беру в двойную ниточку тоненькую, так как у меня, честно говоря, сейчас в данный момент нет толстенького, так сказать, как основная ниточка. Я беру толстый крючок и двойную ниточку. Делаю воздушную петельку и набираю еще 4 воздушные петельки. 1, 2, 3 и 4. И делаю 4 столбика без накида. Но перед этим делаю одну воздушную петельку подъема и во вторую от крючка начинаю делать столбики без накида. 1, 2, 3 и 4. Далее делаю прибавочку, то есть 2 столбика без накида в одну петелечку. 1 и сюда же 2 столбик. Теперь провязываю 5 столбиков без накида. Первый столбик, обратите внимание, разворачиваю, вяжу по кругу. 2 столбик. 3 столбик. 4. 5. У меня по кругу 11 петелек, то есть провязано 11 столбиков без накида. Далее делаю прибавочку. 2 столбика без накида в одну петелечку. Так как я вяжу в двойную ниточку, я буду немножечко медленно для того, чтобы провязывать полностью за все петельки. Итак, сделали прибавочку, теперь провязываем подряд 3 столбика без накида по столбику в каждую петлю. 1, 2 и 3. Провязали 3 столбика, теперь делаем подряд 2 прибавочки. То есть в одну петелечку провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. 1 столбик и сюда же 2. И в следующую 2 столбика без накида в одну петелечку, 1 столбик и сюда же 2. Теперь снова провязываю 3 столбика без накида подряд. 1, 2 столбик и 3 столбик. И снова делаю 2 прибавочки. Первую прибавочку и вторую прибавочку. 1 и 2 раз. Теперь мы с вами провяжем 2 рядочка. У нас получается 16 столбиков без накида. То есть получается, смотрите, мы с вами сделали 3, так сказать, раза прибавочки в начале. То есть добавились 3 петелечки и 2 прибавочки в конце. Еще 2 петелечки. То есть всего мы добавили с вами 5 петелек. 11 плюс 5 это 16 столбиков. 16 столбиков мы с вами провяжем, получается, 3 ряда, то есть мы провязали с вами первый ряд, второй и воздушные петельки набирали. Теперь 3, 4, 5 мы с вами провяжем по 16 столбиков в каждом ряду. Поэтому 16 на 3 это 48 столбиков без накида. Я начинаю сразу считать, просто по столбику буду провязывать. 1, 2, 3, 4, 5, 47 и 48. Но 48, смотрите, я не довязываю, а беру ниточку серого цвета и, так сказать, полупетелечку сделала, а завершаю я столбик без накида уже ниточкой серого цвета. Подтягиваем ниточки наши. И завершили 48 столбик. Теперь мы 16 столбиков по кругу, по столбику в каждую петелечку провяжем серым цветом уже. 1, 2, 3, 4, 15 и 16.
Довязали 16 столбиков. Обратите внимание, что ниточку белого цвета я не обрезала. Мы ей будем еще вязать. А сейчас провяжем 10 столбиков без накида. Один столбик, далее второй провязываем, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. В 11 столбик делаем соединительный столбик. И, не довязывая ряд до конца, разворачиваем изнаночной стороной. Теперь вяжем на изнаночной стороне. Провязываем 6 столбиков без накида во вторую петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь делаем соединительный столбик в седьмую петельку и снова разворачиваем на лицевую сторону. Теперь нам нужно довязать 12 столбиков без накида до конца. И начинаем. 1, 2, 3, 4. 5, 6, далее опускаемся вниз, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Как вы видите, мы закончили с вами ряд. Вот у нас стык изменения цветов. Мы довязали 12 столбиков до конца ряда. Теперь нам нужно провязать 16 столбиков без накида. И начинаем. 1, 2, 3, как бы обвязать нам нужно до конца ряда. 4, далее 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Как вы видите, мы снова дошли до конца ряда, то есть где мы меняли с вами ниточку. Довязали 16 столбиков, теперь провязываем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 13, 14. 14 не довязывайте, делайте полустолбик. А столбик завершаете, меняете белый цвет. То есть у нас она была ниточка за работой. Мы ей завершаем, так сказать, цвет. Теперь ниточку серенькую подтягиваем, ложим на вязание и завязываем. Теперь нам осталось всего лишь по кругу обвязать полностью белым цветом столбиками без накида. То есть просто в каждую петелечку до стыка, так сказать, цвета обвязываем белым цветом. Завязали серенький немножечко, мы его обрежем. А пока обвязываем беленьким цветом до конца. Довязывали до конца беленьким цветом. Делаем в первую петелечку соединительный столбик. Ниточку обрезаем и закрепляем. Вот у нас получился вот такой вот небольшой ботиночек. Вот эту вот получается шарик выворачиваете в серединку слегка, и нам нужно теперь взять ниточку, вдеть беленькую в иголочку и вот такими наметочными легкими швами за
так сказать, зашить вот эти вот два ряда. То есть оставляете два белых ряда, третий у вас не полный беленький. И вот так просто наметочными швами, так сказать, чтобы у нас ботиночек стоял. Вот так вот вам нужно просто наметать. И по такому же принципу сделать второй ботиночек. Для тех, кому было непонятно, как сделать ботиночек или не нравится, как он выглядит, можете просто по примеру обычной пинеточки, то есть связать дно овалом, поднять вверх и как вы уже считаете нужным сделать. Честно говоря, для меня этот вариант более такой кажется легким, более упрощенным. Хотите, можете здесь язычок довязать, то есть ботиночка. В общем, в принципе, как играет ваша фантазия, так и делаете. Таких ботиночков вам нужно сделать 2 штучки. Ботиночки готовы, я их сразу наполнила холофайбером и продолжаем вязать. Сейчас мы будем вязать с вами поясочки, те, которые у нас, так сказать, вместо трусишек. Нам их нужно связать 2 штучки, но они будут один длинный, который у нас будет по поясу, и один коротенький, который будет натянут по промежности. Мы сейчас с вами сделаем длинный. Самостоятельно вы потом сможете по такому же принципу сделать коротенький. Итак, для длинного набираем 23 воздушные петельки. Цепочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23. Теперь этот поясочек приложите, так сказать, к поясу. Если у вас достаточно этой длины, то продолжаете вязать. Если же коротковато, добавляете несколько петелек. Если же наоборот длинно, убираете. И теперь во вторую петельку от крючка провязываем столбик без накида. И в каждую последующую петелечку провязываем по столбику без накида. Просто в каждую петелечку до конца ряда. Довязали последний столбик без накида, обрезаем ниточку. У меня ниточка как раз вовремя закончилась. Делаем воздушную петельку и затягиваем ее. Вот у нас длинный поясочек готов. По такому же принципу набираете 14 воздушных петелек и провязываете в каждую петельку по столбику без накида. Это и будет наш коротенький, так сказать, поясочек. Вот у нас получается 14 и 23. У меня здесь кажется немножечко, так сказать, гораздо вам коротковатый, так сказать, чем 14. Но на самом деле у меня так почему-то получилось. Итак, в общем, мы закончили с вами поясочки провязывать длинные и коротенькие. И теперь нам осталась, так сказать, последняя деталька основного вязания. Одна из последних деталек, то есть нам осталось 2 лямочки связать и нашу эмблемку ТДЦ. В общем, делаем для лямочки снова цепочку из 23 воздушных петелечки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23. Сделали цепочку из 23 воздушных петелек. И теперь во вторую петельку от крючка вводим крючок и делаем соединительный столбик. В следующую петельку вводим крючок и делаем соединительный столбик. Итак, в каждую петельку делаем соединительный столбик. До конца ряда в каждую петельку провязываете вот такие вот соединительные петельки или столбики. Довязали до конца ряда соединительные столбики, делаем воздушную петельку и вытягиваем ниточку. Оставляем ниточку для пришивания, то есть сантиметриков где-то 20-25. Такую лямочку вяжете вторую самостоятельно. Я думаю, здесь ничего сложного. Снова набираете 23 воздушные петельки и провязываете соединительными столбиками.
То есть это те лямочки, которые у нас будут перекрещиваться на спинке и соединять спереди эмблему тыдыц. И нам осталось связать лишь эмблемку, так сказать, из основных вязаний, провязываний. Я беру ниточку беленького цвета, так как она у меня тоненькая, я беру двойную ниточку и большой крючок. Если вы не хотите, чтобы у вас эмблемка была слишком большая, ну, она у меня будет достаточно большая, то можете взять крючочек поменьше, то есть средненький. Если же хотите, как у меня, эмблемку, берете крючок, который побольше, и начинаем провязывать. Делаем кольцо амигуруми белым цветом, закрепляем колечко и в него набираем 7 столбиков без накида. Один столбик, далее второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Придерживаем последнюю петельку, стягиваем колечко. Теперь каждую петельку провязываем по прибавочке. То есть первую петельку провязываем 2 столбика без накида. Первый, сюда же второй. Далее во вторую петельку делаем прибавление. Первый столбик и сюда же второй. Далее в третью петельку прибавление, первый столбик и сюда же второй. Четвертую прибавление. И так делаем в каждую из 7 петелек по прибавлению. Далее пятая идет петелечка, сюда 2 столбика провязываем. Шестая петелька. Первый столбик и сюда же второй. И седьмая. Провязали. Второй ряд у нас 14 столбиков без накида. Теперь нам нужно провязать прибавочка, а потом столбик без накида. Или можете по стандартному принципу провязывать сначала все-таки столбик во вторую прибавочку. То есть по стандартному принципу кружочка. Тут разницы нет, можете начать с прибавочки, затем столбик. Итак, сделали первое прибавление, далее столбик во вторую петельку. 2 столбика, второе прибавление, петелька, получается уже в шестую прибавление, седьмая столбик, петелька, восьмая прибавление, девятая столбик, петелька, десятая прибавление, одиннадцатая столбик, двенадцатая делаем прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю. Но второй столбик вы не завершаете, а оставляете, так сказать, его незавершенным для того, чтобы в него провязать, так сказать, серенькую ниточку. То есть делаете вершину уже сереньким цветом. И теперь мы с вами будем, так сказать, меняя цвет, провязывать серой ниточкой. То есть вам нужно сейчас провязать до прибавления, так сказать, до второго прибавления. Вот оно у нас первое с предыдущего ряда, как вы видите, а до второго. То есть, вот смотрите, я буду вместе с вами вязать, а вы считаете тоже себе. То есть я сейчас буду просто просчитывать столбик 1, столбик 2, столбик 3 провязываем, столбик 4. Вот, а в 5 делаем прибавление. 1 столбик и сюда же 2. Далее снова провязываем до следующего прибавления. Вот провязали 3 столбика. Мы его пропускаем, а через, получается, через каждое прибавление будем делать прибавку. То есть вот провязали 4 уже получается столбик, 5, а в 6 делаем прибавление. 1 столбик и сюда же 2 столбик. Теперь снова делаем столбики без накида до прибавления. Вот мы сделали 1 столбик, 2 и 3. Его мы пропускаем, довязываем 4, 5, а в 6 делаем прибавление. И здесь точно так же провязываем все столбики, а в следующее прибавление обязательно делаем и мы прибавление. Сменили ниточку на серый цвет
и провязываем один столбик без накида, делаем следующую петелечку, прибавочку, 2 столбика без накида. В этом ряду нам нужно сделать 4 прибавочки. Вот мы с вами первую сделали. Теперь провязываем 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4, 5, а в 6 делаем 2 прибавку. В 6 делаем 2 столбика без накида. Теперь снова 1, 2, 3, 4, 5. В 6 делаем прибавление. 2 столбика без накида в 1 петлю. Это мы с вами сделали 3-ю прибавочку. Теперь провязываем снова столбик 1, столбик 2, столбик 3, столбик 4, столбик 5. И в 6 делаем прибавление. 2 столбика без накида в 1 петелечку. Так мы с вами сделали прибавление все. Теперь делаем следующую петелечку, соединительный столбик и вытягиваем ниточку, оставляем ниточку для пришивания. Вот она получилась у нас, так сказать, основка эмблемы ТДЦ. Обрезаете ниточку, здесь ниточки тоже обрезаете, заправляете, чтобы они вам больше не мешали. И сейчас нам нужно вышить вот на этом кружочке вот такую эмблемку ТДЦ, то есть выглядит она вот приблизительно вот так ручкой, то есть вот такая эмблемка. Хотите, вышиваете ее. Я, конечно, честно говоря, не художник, поэтому вот я нарисовала приблизительно вот таким вот образом она у вас должна выглядеть, то есть вот где я отметила кружочек, так сказать, грань, это у нас серенький цвет наш обвязочка. И теперь нам осталось лишь вышить. Я просто вдену ниточку голубого цвета и, так сказать, обычным, так сказать, наметочным швом или каким-то обычным, более таким вперед иголка шов. В общем, вышью такую вот ручку. Конечно, если кто-то умеет вышивать гладью, либо хотите связать более там идеально, вышить каким-то особенным рисунком, узором, конечно же, вышивайте. То есть, как подсказывает вам ваша фантазия. Я буду делать, честно говоря, как умею. И сильно, так сказать, заморачиваться не буду. Поэтому, так сказать, вышью просто ниточкой темно-синего цвета. То есть, который у меня цвет потемнее. И, в общем, так сказать, приступаем к вышиванию эмблемки. В общем, моя эмблемка ТДЦ готова. Вот, как я вам и говорила, я вышила ниточкой темно-синего цвета или темно-голубого, иначе он у нас, так сказать, мы им вязали волосики. Я просто рассоединила ниточку для вязания на несколько ниточек тоненьких и вот таким вот образом вышила свою эмблемку. Может, достаточно она получилась, так сказать, странная и непонятное, но, честно говоря, мне этого, так сказать, очень даже достаточно. То есть, в принципе, силуэт ручки виден и, в общем, как хотите. То есть, можете сделать из фетра, вырезать ладошку, так сказать, с загнутыми пальчиками. Делайте на свое усмотрение, конечно же. Итак, в общем, основные части вязания готовы. Поэтому мы начинаем постепенно приступать к сборке. А сборку мы с вами будем делать в третьей части. Поэтому до встречи в третьей части.